период острой нехватки пехотного и артиллерийского снаряжения российское правительство заказало за рубежом производство этих вооружений и оплатило их громадным количеством золотых русских рублей. Русские деньги способствовали мобилизации военной промышленности Великобритании и Соединенных Штатов. Но, по сути, Россия из этих заказов получила только малые крохи. Во-первых, союзники не торопились выполнять российские заказы. Во-вторых, доставка их в Россию представляла большие трудности. Архангельский порт почти полгода стоял во льдах, а транспортировка вооружений через Владивосток отнимала уйму времени и паровозов. Русская императорская армия так никогда и не получила этих заказанных орудий, пулеметов и снарядов. Зато оплаченные русскими золотыми рублями, они пригодились союзникам в острых битвах 1918 года. В течение Великой войны два основных морских противника, Великобритания и Германия, продолжали строить и спускать на воду крупные военные корабли. Весь ход развития военно-морского оружия в дальнейшем доказал ошибочность этого пути, финансовое бремя которого разоряло и англичан, и германцев. Дредноуты, линейные корабли, тяжелые крейсеры не сыграли особой роли в годы Первой мировой войны. Редко выходили в море и стали, в конце концов, от безделья своих больших экипажей источником революционной заразы. В мае 16 года у Великобритании в составе Гранд-флита были 31 дредноут, 10 линейных крейсеров. Немецкий флот открытого моря обладал 18 дредноутами и 5 линейными крейсерами. Заметным было и английское превосходство в числе легких крейсеров и миноносцев. Англия – 113, Германия – 72 боевых корабля. Весной германские моряки, несмотря на очевидное преимущество владычицы морей, испытывали чувство стыда. Немецкие морские офицеры полагали, что негоже отсиживаться в базах, когда сухопутная армия ведет упорную борьбу на фронтах и проливает кровь. Командующий флотом открытого моря адмирал Рейнхард Шеер в конце мая задумал совершить масштабную вылазку в надежде разгромить одну из эскадр английского флота. Германский адмирал решил впервые выйти в Северное море всем составом своего флота. Но беда для немцев состояла в том, что их противники расшифровывали все немецкие радиосообщения. Поэтому и командующий Гранд-флитом адмирал Джон Джерико приказал немедленно всем своим дредноутам, линкорам и прочим боевым кораблям поднять якоря. Утром 31 мая 1916 года два могучих флота двигались навстречу друг другу. Англичане знали, какая им предстоит встреча, а немцы шли в полном неведении. В течение весны 1916 года по плану начальника австро-венгерского генерального штаба Конрада фон Хетцендорфа происходило сосредоточение свежих войск на итальянском фронте. Конрад хотел разгромить Италию и вывести ее из войны одним мощным ударом. Тяжелую артиллерию австрийцы вывели с русского и балканского фронтов. Готовая к наступлению армия насчитывала более 400 тысяч человек. Хотел бы обратить внимание на одно существенное, с моей точки зрения, обстоятельство, которое в последующем сыграет трагическую роль в судьбе итальянской армии. Взяв под контроль практически весь бассейн реки Изонца, итальянцы оставили в руках неприятеля два плацдарма, с которых можно было в перспективе развивать наступление как в южном, так и в северном направлении. В первые месяцы 1917 года боевых действий в Альпах практически не велось, не позволяла погода. Итальянцы занимались главным образом тем, что усиливали свой альпийский потенциал, были сформированы 8 новых дивизий и пытались решить проблему с артиллерийским вооружением. Ставка была сделана на поставки союзников по Антанте, но ставки эти не оправдались, поскольку англичане и французы, полагая, что итальянский фронт является во всех случаях второстепенным, поставили к весне 1917 года своим итальянским союзникам всего лишь около 100 артиллерийских орудий разных калибров.
Итальянское командование догадывалось о предстоящих атаках противника с целью блокировать армию Италии в Венецианской области, но надлежащих оборонительных мер принято не было. Правда, весь апрель австрийцы ничего не предпринимали, и их подготовка утратила всякую неожиданность. Тем не менее, 15 мая, после артиллерийского шквала, который итальянские солдаты не выдержали, австро-венгерская армия начала быстро продвигаться вперед. Через несколько дней итальянцы на отдельных участках отдали противнику до 60 километров своей территории в глубину, в долине реки Бренте. Хотя итальянская пехота сражалась мужественно, упорно, и в целом замысел фон Хетцендорфа был сорван, итальянское руководство впало в панику и начало просить и требовать немедленного перехода русской императорской армии в наступление. С 4 мая итальянский военный агент русской ставки в Могилеве довел до сведения генерала Алексеева настоятельную просьбу своего начальства. Итальянская главная квартира самым энергичным образом настаивает на том, чтобы русская армия немедленно начала наступление на австрийском фронте, и утверждает, что нынешнее затишье в действиях русских армий создает весьма серьезную опасность для союзников. Если энергичное наступление австрийцев продолжится, то не только будет исключена всякая возможность наступления итальянцев на Эзонца, но в недалеком будущем предвидится необходимость для итальянцев быть вынужденными оставить эту линию. 26 мая в Могилеве начальник штаба ставки генерал Михаил Васильевич Алексеев докладывал государю план летней кампании 1916 года. По мнению Алексеева, и австрийцы, и германцы на Восточном фронте будут придерживаться оборонительной стратегии. Русский Северный фронт генерала Куропаткина в составе 17 корпусов на Рижском направлении должен ограничиться демонстративным наступлением. Западный фронт генерала Эверта, крупнейшее русское воинское формирование в составе 27 корпусов, из них 5 корпусов в резерве, наносит главный удар в направлении города Вильна. Юго-западный фронт генерала Брусилова, состоявший из 22 корпусов, переходит в наступление в Карпатах и Буковине. В связи с тяжелым положением итальянской армии Брусилов должен был начать наступление на 10 дней раньше запланированного срока. Для усиления Юго-Западному фронту передавался один резервный корпус. Великая война вошла в историю еще и тем, что противники по обе стороны фронта использовали все новые и новые способы для достижения победы. Использовались осветительные снаряды и отравляющие вещества, метательные дротики и катапульты, почтовые голуби, особенно на Западном фронте, и санитарные собаки. Техническое оснащение противоборствовавших армий на протяжении войны постоянно совершенствовалось. Не была исключением и русская императорская армия. Так, к примеру, еще накануне Великого мирового противостояния замечательным, талантливым русским изобретателем Сергеем Алексеевичем Ульяниным была изготовлена, сконструирована великолепная камера для аэрофотосъемки. Этот аппарат несколько раз модифицировался в ходе войны, и по признанию целого ряда экспертов, в том числе и зарубежных, эта техника была в годы войны лучшей в мире. В годы войны на вооружение русской императорской армии поступили специально сконструированные 76-миллиметровые зенитные пушки конструкции Тарновского «Лендера». Именно из этих пушек, из этих орудий был сформирован первый автомобильный батальон артиллерийский для стрельбы по воздушным целям. Ну и особо хотелось бы сказать о так называемой траншейной или окопной, как ее называли на фронте, артиллерии. Эта артиллерия была в высшей степени актуальна именно для русско-германского фронта с его достаточно широкой нейтральной полосой. Речь идет о том, что русские офицеры, изобретатели смогли сконструировать несколько весьма совершенных систем так называемых ружейных гранат.
Это было очень эффективное средство поражения живой силы противника, особенно в период позиционной войны. Под Верденом мая продолжались яростные упорные бои на истощение обеих армий, французской и германской. Земля подсохла, и ежедневно тучи черной пыли и дыма окутывали поля сражений. После потери позиций французы всюду предпринимали контратаки и немалой ценой восстанавливали линию фронта. В форте Дуамон немцы устроили склад боеприпасов, которые из-за неосторожности 8 мая взорвались. Красные кирпичи взлетели в небо и падали на километровой окружности. 22 мая при больших потерях французские штурмовые группы отбили форт, но через два дня германцы вновь захватили разрушенный Дуамон. На каждом метре верденских позиций погибали сотни противоборствующих солдат и офицеров. Будущий фельдмаршал вермахта Фридрих Паулюс, взятый в плен в Сталинграде, воевавший под Верденом в качестве лейтенанта легкопехотной дивизии, вспоминал, что вся его рота едва не умерла от жажды, потому что воду было невозможно доставить на передовую. Морское сражение громадных флотов началось 31 мая 1916 года около 15 часов. Эскадра линкоров английского адмирала Битти неожиданно обнаружила более слабое соединение немецких линейных крейсеров адмирала Хиппера. Главные силы германского флота во главе с Шейером поспешили на помощь, и в разгоревшейся битве англичане потеряли два дредноута. Битти скомандовал отход своей эскадры на соединение с гранд-флитом Джеллико. Немцы начали преследование, но около 18.00 обнаружили, что против них сосредоточился весь английский флот. Надо сказать, что соединяясь, британские эскадры промахнулись на целые 10 миль, потеряв, может быть, решающий победный час. С этого времени сражение велось всеми имеющимися в наличии боевыми кораблями. Перед наступающей темнотой немецкие линкоры и крейсеры начали получать тяжелые повреждения от британских орудий большого калибра. Адмирал Шейер приказал германским кораблям поставить дымовую завесу и начать отрыв от гранд-флита. Но между немецким флотом и его базами по-прежнему находился могучий британский противник. После еще одного столкновения флотов и артиллерийской дуэли наступавшая ночь помогла германцам выйти из боя. Дэвид Битти, граф, виконт, барон, полный адмирал с 1919 года. Родился в 1871 году. Самый молодой командующий крейсерской эскадрой английского флота. Летом 1914 года со своей эскадрой находился с дружественным визитом в Кронштадте. Энергичный, амбициозный английский моряк. В сражении остров Гельголанд в конце августа 1914 года внес решающий вклад в победу британцев над германским флотом. Во время Ютландского сражения эскадра Битти и он сам допустили несколько решающих ошибок, которые могут быть объяснены только недостатком информации. В ноябре 1916 года Дэвид Битти стал главнокомандующим большим флотом, но навязать немцам генеральное сражение ему не удалось. Германский флот открытого моря предпочел больше не рисковать. На исходе весны 1916 года русская императорская армия готовилась к масштабному наступлению. Первым должен был начать атаки Юго-Западный фронт генерала Брусилова. Благодаря качественной работе общевойсковой и авиационной разведки штаб фронта был хорошо осведомлен о расположении австро-венгерских и германских позиций. Брусилов знал, что в ближайшем тылу у неприятеля почти нет резервов и что в начале июня по железной дороге усиление противостоящих ему войск не производится. Противник полагался на свои весьма мощные оборонительные укрепления и некоторое превосходство в артиллерии. План генерала Брусилова и его начальника штаба генерала Климбовского был очень необычным и многим казался рискованным. Дело в том, что командующий Юго-Западным фронтом отказался от классического главного удара, решив, что главными будут наступления всех его четырех армий, да и сами армии начнут атаки одновременно на нескольких участках. На фронте Брусилова сосредоточились к лету 16-го года, пожалуй, лучшие тогда русские армии. 8-й армией командовал Алексей Максимович Калядин, 7-й – Дмитрий Григорьевич Щербачев, 11-й – Владимир Викторович Сахаров, 9-й –
Платон Алексеевич Личицкий. Это были самые талантливые представители русского генералитета в годы Первой мировой войны. В наступившей темноте после первой фазы Ютландского сражения английский флот по-прежнему преграждал германской эскадре возвращение в родные гавани. Под защитой темноты адмирал Шеер совершает разворот, и германские линкоры оказываются в середине боевого построения английского флота. Но ночного боя и связанного с ним беспорядка не хотят ни германские, ни английские адмиралы. Короткий ночной бой все же состоялся, но главным итогом маневрирования в темноте стало то, что германский флот сумел оторваться от преследования и утром уже беспрепятственно двигался к своим базам. Ютландское морское сражение, а немцы называют его битвой при Скагерраке, действительно единственное, уникальное и неповторимое. Да, это крупнейшая морская битва в истории человечества. С учетом последующих развитий подводного флота и авиации, стало совершенно нецелесообразным собирать подобные массы боевых кораблей и подвергать их опасности подводных и воздушных атак. Только японцы в 1942 году в районе острова Мидуэй собрали подобную громаду, но это кончилось для них трагически. Они потеряли ударное авианосное соединение, многочисленные крейсеры и линкоры никоим образом не могли его защитить. Уникальность Ютландского сражения состоит еще и в том, и надо учесть, что к этому сражению флоты Великобритании и Германии готовились с самого первого дня Великой войны, но уникальность в том, что победителя в этом сражении не было. Правда, командующий гигантскими флотами Великобритании адмирал Джон Джеллико и Германии вице-адмирал Рейнхард Шеер утверждали и примеряли на себя лавры победителей. Но когда рассматриваешь саму битву, ее случайность, отсутствие каких-либо замыслов, ситуация, при которых гигантские флоты то теряли, то обнаруживали друг друга, причем охотились за одной эскадрой, обнаруживали совсем другую, то понимаешь, что да, победителя в этом бою не было. Реальные потери противников в Ютландском сражении, которая продолжалась два дня, 31 мая и 1 июня, следующие. Великобритания потеряла 14 боевых кораблей общим тоннажем 111 тысяч тонн и 6784 человека погибли. Германия лишилась 11 кораблей, их тоннаж составлял 62 тысячи тонн и 3058 убитых. Цифры вроде бы говорят о победе Германии, которая после Ютландского сражения украсилась флагами, а кайзер щедро наградил участников этого морского побоища. Но пропаганда, суть дела состояла в том, что поле боя, море боя осталось за англичанами, что тяжелые германские корабли почти все нуждались в ремонте после полученных повреждений, а 24 английских дредноута и на следующий день могли бы продолжать сражение. А вот что касается упущенных возможностей, то здесь английские адмиралы стоят далеко впереди своих германских противников. Артиллерийская подготовка Юго-Западного фронта началась 4 июня в 10 часов дня и была невиданной по силе огня, точности и сосредоточении стрельбы по главным узлам обороны. Артиллерийские удары продолжались до утра следующего дня. 5 июня в 10 часов пехота 8-й армии пошла на штурм и быстро, почти без потерь, сумела ворваться в передовые австро-венгерские окопы. Через три дня соединения 8-й армии продвинулись в глубину до 30 километров. Войска 7-й армии генерала Щербачева, прорвав три линии обороны, 7 июня заняли город Луцк. 4-я австрийская армия отступала в полном беспорядке, бросая оружие и сдаваясь в плен. 11-я русская армия в первые дни наступления вела упорные бои, а 9-я армия генерала Личицкого преодолела первую линию обороны и продвинулась на 50 километров в глубину. Таким образом, успех наступления Юго-Западного фронта уже в первые дни операции был очевидным. Крушение Австро-Венгерского фронта вызвало большую панику и заставило Германию немедленно снять с Западного фронта 4 дивизии и направить их на восток. Но летних атак против Вердена германцы не прекратили. В начале июня они начали штурм форта Во, выпуская по нему по 150 тысяч снарядов в день. 7 июня немцы захватили развалины форта Во. До города Вердена оставалось около 5 километров.
22 июня германские газовые снаряды, начиненные хлором, обрушились на позиции французской артиллерии, которая вынуждена была прекратить на время огонь. Используя эту паузу, горная дивизия Баварской гвардии и другие элитные части пошли на штурм очередного форта Сувиль, преграждавшего дорогу на Верден. Захватив предполье форта, измученные жаждой германские солдаты продвинуться далее к городу не смогли. Следующий день, 23 июня 1916 года, стал днем своеобразного равенства. Противники остановились передохнуть посреди невиданного до сих пор ландшафта. С обеих сторон было выпущено более 20 миллионов снарядов. Вместо леса можно было увидеть пни и груды щепок. Деревни смешались с землей, земля стала решетом. Воронки покрывали 10-километровые участки густой сетью. Немцы и французы потеряли по 200 тысяч солдат и офицеров, убитыми и ранеными, может быть, и более того. Но на этом верденское побоище не закончилось. После того, как русские солдаты и офицеры оказались во французском военном лагере МАИ, они начали интенсивно изучать французское оружие, а также средства связи. Специальную подготовку проходили саперы, пулеметчики, бомбометчики. Были проведены учебные стрельбы, а также предусмотрены занятия на полигоне. Это было сделано для того, чтобы русские достаточно отчетливо представляли себе особенности фортификационных сооружений неприятеля. В конце июня 1916 года русская бригада оказалась на позициях, выступила на фронт и заняла отведенный ей сектор в Шампане, в полосе 4-й французской армии под командованием генерала Гуро. В условиях позиционной траншейной войны русские доставляли противнику, германцам, немалое беспокойство. Они совершали регулярные ночные вылазки, брали языков, уничтожали отдельные посты и огневые точки. Несколько раз с уроном для противника отражали вражеские атаки. При этом русские солдаты показали себя непревзойденными мастерами штыкового боя. Удивляться этому не приходится, ибо этим русская армия отличалась еще с 18-го столетия. В середине июня германский генеральный штаб срочно перебросил из Франции на восток против русского юго-западного фронта 10-й германский корпус. Контратаки немцев приостановили продвижение 8-й армии генерала Каледина. Но на левом фланге фронта продолжала успешно наступать 9-я армия Личицкого, которая, несмотря на проливные дожди, бездорожья и отсутствие понтонных средств, уверенно продвигалась в направлении города Черновцы. Австро-венгерский фронт был взломан. Немцы поняли, что самостоятельно их главный союзник больше воевать не способен. От окончательного развала Дунайская империя может быть спасена только энергичной и внушительной германской помощью. По воспоминаниям министра двора австрийского императора, престарелому Францу Иосифу приснилось в эти дни, что русские войска уже вошли в Вену. Проснувшись, 86-летний император долго не решался выглянуть в окно. Когда после блестящего успеха в наступлении Юго-Западного фронта, после так называемого «Брусиловского прорыва» генерала Алексея Алексеевича Брусилова спрашивали, почему его победа не имела стратегического значения для всего русско-германского фронта, он всегда отвечал, что его Юго-Западный фронт был самым слабым из трех русских фронтов. Действительно, Западный фронт генерала Эверта имел на 5 полноценных корпусов больше Брусиловского, и протяженность линии фронта Западного была в 1,5 раза меньше юго-западного. И артиллерии фронт Эверта имел особенно тяжелые, почти в 2 раза больше юго-западного. Но Эверт наступать не решался, а начальник штаба ставки генерал Алексеев не имел твердости, чтобы отрешить его от должности и назначить более энергичного командующего. Если учесть, что в промедлении отличился и командующий Северным фронтом генерал Куропаткин, то понятно, почему блестящая победа Юго-Западного фронта так и не стала решающей для всего германо-русского фронта. Генерал
Генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусилов. Родился в 1853 году. Сын генерала. Окончил пажеский корпус. Участник русско-турецкой войны 1877-78 годов. Службу проходил в кавалерии. Великую войну начал командующим 8-й армии. Умело руководил войсками в дни Первой Галицийской битвы. При отступлении 1915 года сумел без больших потерь вывести 8-ю армию из Карпат и занял рубежи между реками Сан и Днестр. Отличался нестандартным мышлением. В марте 1916 года Брусилов назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом. По его инициативе было принято решение о ставке о наступлении. Летом 1916 года фронт под руководством Брусилова одержал самую яркую победу в Первой мировой войне. После крушения Российской империи, которому и лично генерал Брусилов приложил усилия, он ненадолго в мае 1917 года был назначен главнокомандующим российской армии, но уже 10 июля снят с этого поста. В 1920 году поступил на службу в Красную армию. От имени Брусилова среди войск генерала Врангеля в последние недели обороны ими Крыма была распространена листовка с призывом остаться на родине и сдаться в плен. Всех оставшихся затем большевики расстреляли. Это набросило густую тень на авторитет Алексея Алексеевича среди белых воинов. Умер Брусилов в Москве в 1926 году. Советская власть использовала имя Брусилова в своих целях до 1948 года, когда в Праге обнаружилась тайная часть его мемуаров, явно антисоветского характера. Особенно ценным было описание бывшим царским генерал-адъютантом дней насильственного прощания с телом Ленина в морозном январе 1924 года. Стратегические результаты выдающейся победы русской императорской армии Юго-Западного фронта были громадны, их трудно переоценить. Во-первых, фактически была спасена итальянская армия, потому что Австро-Венгрия вынуждена была прекратить наступление против нее и снять с итальянского фронта целых 15 дивизий. Во-вторых, значительно улучшилось положение французской армии, потому что немцы перебросили с запада на восток целых 22 дивизии. В-третьих, с Солоневского фронта были сняты 3,5 германских и 2 лучших турецких дивизии. В-четвертых, Австро-Венгрия была близка к полному крушению, и Германия вынуждена была отдавать немало средств и снаряжения для австро-венгерской армии, чтобы поддержать ее. В-пятых, Румыния теперь уже прочно решила выступить на стороне Антанты. Вот такие выгоды извлекли союзники России из замечательной победы русского Юго-Западного фронта. Государь и вся царская семья с высочайшим смотром посетили 12 мая в Севастополе новейший линкор императрицы Марии. 16 мая заключен тайный англо-французский договор о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке. Месопотамия стала зоной влияния Великобритании, а Сирия – Франции. Партнеры также обязывались ограничить российские претензии в этом районе. 17 мая русская подводная лодка «Волк», командир старший лейтенант Мессер, на Балтике потопила 3 германских парохода. 27 мая после тяжелой болезни скончался французский маршал Жозеф Симон Галиени, один из творцов чуда на Марне 14 года. 5 июня английский крейсер «Гемшир», направлявшийся в Россию, у Аркнейских островов наскочил на германскую мину и затонул. Вместе с крейсером погиб военный министр Великобритании лорд Китченер. Из германского плена совершил удачный побег генерал Лавр Георгиевич Корнилов. 18 июня над территорией Франции в воздушном бою был сбит и погиб немецкий ас Франц Иммельман. Имя его осталось в названии фигуры высшего пилотажа – переворот Иммельмана. Россия и Япония 3 июля заключили договор, в котором обязывались не предпринимать враждебных действий друг против друга и совместно противодействовать любой третьей державе, утвердить свои преимущества в Китае. На Восточном фронте продолжали подтверждать свой высокий технический уровень русские бомбардировщики «Илья Муромец» конструктора Игоря Сикорского. 9 мая «Илья Муромец-10»
после успешной бомбардировки германского тыла подвергся атакам четырех фокеров и, несмотря на повреждения трех двигателей, перелетел через линию фронта. В корпусе «Муромца» обнаружилось 70 пробоин, и почти все члены экипажа были ранены. 27 июня на Северном фронте Илья Муромец впервые совершил ночную бомбардировку станции «Метава» и вывел ее из строя на сутки. На следующий день, 28 июня 1916 года, 8 немецких фокеров напали на один русский бомбардировщик, но сбить его не смогли. 1916 год стал временем, когда авиация Российской империи, военно-воздушный флот России, достиг в своем развитии, наверное, своего апогея. С моей точки зрения, это было прямым следствием той титанической, воистину самоотверженной работы, которую проводили люди, от которых зависели судьбы военно-воздушного флота Российской империи. И в первую очередь нужно назвать в этом ряду Вячеслава Матвеевича Ткачева, замечательный русский авиатор, который проделал путь от командира корпусного авиаотряда до начальника полевого управления авиации и воздухоплавания при штабе главковерха. Что примечательно, Ткачев был первым русским авиатором, первым русским летчиком, который в августе 1914 года, еще в чине подъясаула, был удостоен ордена Святого Георгия. В этом же ряду обязательно нужно назвать бывшего морского офицера, талантливого организатора военного авиационного производства Михаила Владимировича Шедловского, который был председателем правления акционерного общества «Русско-Балтийский вагонный завод». К осени 1916 года в составе воздухоплавательных рот, эскадрилий, авиационных отрядов насчитывалось 716 летательных аппаратов разных классов и как отечественного, так и иностранного производства. Австрийский министр иностранных дел Оттакар Чернин писал в своих воспоминаниях, что борьба за вступление Румынии в войну была выиграна русскими щедрыми рублями, умело распределяемыми среди политиков и владельцев газет. Другими аргументами в пользу перехода Румынии на сторону Антанты стали победа Юго-Западного фронта и, конечно, обещание присоединить большую часть Трансильвании. Австро-Венгрия, владевшая этой областью, пообещать ее Румынии, конечно же, не могла. Для укрепления российской власти в период Великой войны начальник штаба Ставки генерал Михаил Васильевич Алексеев направил 28 июня 1916 года докладную записку государю. В ней Алексеев предложил на период, когда император сосредоточился на выполнении обязанностей верховного главнокомандующего, назначить для общеимперского управления лицо с диктаторскими полномочиями. Большинство в окружении царя выступили против, и проект генерала был оставлен без внимания. В июне на Восточном фронте было пережито очередное разочарование в возможности совместных действий с западными союзниками. Дело в том, что одновременно с брусиловским прорывом должны были наступать и англо-французские армии, но западное военное командование перенесло активные действия на июль. Русское общество, воспитывавшееся 200 лет в традициях европейской культуры, в соответствующем духе имперской культуры, не могло разочароваться в союзниках по определению. Это бы противоречило общественной психологии и мироощущению. Государь-император Николай II продолжал не только быть образцовым союзником, как это отметил французский посол, но и свято верил в то, что такими же союзниками являются европейцы. Русское общество, в котором с осени 1915 года оппозиционность брала все больше верх над здравым смыслом, считало существовавший строй архаичным, обветшалым и надеялось, что в борьбе за замену этого строя Европа окажет поддержку Думе и обществу. Поэтому она опять рассчитывала на поддержку Европы, следовательно, на союзников.
Русский офицерский корпус был частью общества и европейски образованного слоя, созревавшего в Российской империи на протяжении последних 200 лет. После начала кровопролитной битвы за Верден все сочувствие русского офицерского корпуса было на стороне сражавшейся Франции. Даже среди тех пехотных офицеров, которые в конце лета 15-го года испытывали разочарование. Однако о русском народе, о русском населении в массе своей сказать такого было нельзя. Трагедия Великой войны для России заключалась в том, что власть и общество с одной стороны и народ с другой вели ее в разные культурные традиции, с разным мирочувствием и мироощущением. Этот раскол, характерный для императорской России, конечно, влиял и на отношения к союзникам. Подготовка к наступлению на Западном фронте летом 16 года была проведена капитально. Все возможное сделано, обдумано, предусмотрено. Роль тарана должна была выполнить 4-я британская армия под командованием сэра Генри Роулинсона. В ее состав входили 20 дивизий. Французская армия, скованная обороной Вердена, выделила для наступления только 3 дивизии. Но англичане были убеждены в успехе, потому что никогда еще они не обладали такой мощной сухопутной армией, оснащенной всем необходимым. Правда, и противника, столь искушенного в позиционной оборонительной войне, британцы в своей истории еще не встречали. Германский лейтенант Эрнст Юнгер записал в своем дневнике накануне перехода английской армии в наступление. Мы знали, что на сей раз нам предстоит битва, каких еще не знала мировая история. Мы же ждали победы не менее, чем войска, 2 года назад перешедшие границу, но были, пожалуй, опаснее их, как более искушенные в бою. При этом мы были в отличном, самом веселом расположении духа, и такие слова, как «отступление», были нам неведомы. Британский главнокомандующий генерал Дуглас Хейк запланировал массированный артиллерийский обстрел позиций противника в течение целой недели. Английская армия должна была израсходовать более 1 000 000 снарядов и полностью перепахать передний край немцев. 24 июня на германской линии обороны на реке Сомме английская артиллерия обрушила массированный яростный огонь.